Война уже закончилась. Войны нет. Той войны, которую мы все представляем. Со взрывами, с выстрелами. Но продолжается информационная война. И крупнокалиберные орудия, залповые установки, только они называются не град, они не называются гаубицы, они называются телеканалы, газеты, сайты в интернете. Вся эта информация, она также стреляет и бьет, и доставляет очень большие страдания гражданам Южной Осетии, доставляет и бьет по тем ребятам, миротворцам, которые сейчас, их уже нет, а это 64 человека. Это наши солдаты, которые не давали режиму Саакашвили убивать Южную Осетию. Мы, и вот по этим людям сейчас бьет залпами вся эта информационная война. Она бьет по Южной Осетии, она бьет по России. Сегодня мы здесь собрались для того, чтобы как общественная организация развернуть этот веб-штаб для того, чтобы разорвать информационную блокаду, которая сложилась на Западе вокруг событий в Южной Осетии. Мы считаем это самым важным сейчас. Наши ребята восстанавливают сейчас Цхинвал. Мы активно участвовали в сборе помощи для жителей Цхинвала. Наши ребята вывозили в дни, когда еще шли бомбежки и расстреливали Цхинвал, жителей, мирных жителей из Цхинвала. Перевозили их по Владикавказ. Сейчас мы считаем самым главным – это прорыв информационной блокады. И мы считаем, молодая гвардия, как общественная организация, должна делать то, чтобы рассказать миру, рассказать нашим сверстникам во Франции, в Германии, в Европе, во всем мире правду о том, что было в Южной Осетии, о том, что было в Цхинвале. Это самое главное. Мы сегодня открываем веб-штаб, который будет прорывать эту блокаду. Мы будем рассылать письма на русском, английском, французском и немецких языках. Мы будем их рассылать отсюда, мы будем их рассылать наши ребята, те, кто нам согласился помочь, во Франции, в Германии, во Владикавказе, они будут рассылать это на комьюнити, на зарубежные комьюнити в тех странах, потому что, почему это мы делаем не отсюда, ведь интернет — это свободная структура. Дело в том, что мы уже пытались, и наши ребята пытались это делать. Но мы встречаем железный занавес. Наши блоги не регистрируют на западных форумах. Наши блоги не регистрируют на западных комьюнити. Даже если кто-то пропускает, то после того, как вывешивается первый пост с правдой о Цхинвале, приходит сообщение о том, что, извините, мы не заметили, что вы из России, поэтому мы закрываем ваш блог. Этого не должно быть. Правда – это та ценность, которая должны обладать все. И мы считаем, что наши сверстники за границей имеют право знать правду.